проект «Беларусь Тур» — это целый цикл мероприятий по всей стране, объединяющее звено «Игорь Квашевич» и «Музыка». Цель инициативы — воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств, любви к родине, гордости за достижение отечественного музыкального искусства. Этот проект связан только с велением сердца и с личной потребностью, необходимостью, как угодно можно говорить, реагировать на это, но вот личная потребность сделать что-то, оставить след, не наследить, а оставить след. Географический охват проекта — 120 населенных пунктов. В каждом Игорь Квашевич давал концерт. Предваряли погружение в мир музыки золотого аккордеона страны обязательные встречи с молодежью. В ходе подобных мероприятий юноши и девушки могли не только пообщаться и задать интересующие вопросы, но и продемонстрировать свои таланты. Порой не так показывает практика именно на периферии, именно в провинции, как считают многие столичные жители, сосредоточены вот такие очень серьезные творческие кадры. Я желаю, чтобы эти кадры у нас были всегда на виду, и вот навстречу выявлению этих кадров, восторгом делают педагоги музыкальных школ, музыкальных колледжей, все же было продвижение этих кадров. Это очень важно в наше время. Талантливые юные музыканты, отобранные членами специальной комиссии, в ходе подобных встреч получат возможность продемонстрировать свое мастерство на галоконцерте, который состоится в ноябре в Минске. Именно он станет яркой финальной точкой большого музыкально-образовательного проекта «Беларусь Тур». Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.